Плановые выезды общественной приемной председателя Всероссийской политической партии «Единая Россия» в муниципалитеты региона осуществляются ежемесячно. Цель личных приемов – понять, что сейчас волнует жителей, какая обстановка сейчас в городе и какая сфера больше всего является наиболее проблемной. На прием приходят как с частными вопросами, так и те, кто поддерживают интересы целых коллективов. Как отметил депутат Госсобрания, из общего обращения граждан можно выделить основные проблемы, которые не теряют своей актуальности на протяжении долгого времени. Это коммунальная сфера и медобслуживание. Причем такая ситуация касается практически каждого населенного пункта России, заметил народный избранник. Подобные личные приемы граждан помогают на месте разобраться в ситуациях, либо дать ход делу. При этом, как подчеркивает депутат, обращения принимаются не только лично, но и непосредственно на сайте партии «Единая Россия» в разделе «Приемные». Поступившие таким образом заявления или просьбы также не остаются без внимания, так как над рассмотрением работает команда профессионалов. Свыше 30% людей получают консультации для грамотного решения вопросов. В приемной работают на общественном начале ведущие юристы Республики Башкортостан. Они консультируют людей, потому что есть проблемы, когда нужно решать через суды. Мы сопровождаем решение вопросов, поддерживаем, даем юридическую поддержку нашим клиентам. Если уж вот так сложить эти два подхода, решение вопросов, консультации, получается до 70% вопросов мы удовлетворяем.